чего мы начинаем нашу распродажу? Начинаем мы с самого выгодного предложения сегодняшнего дня на всем нашем телеканале. Это покрывало, которое уже заслужило и, правда, внимание наших телезрителей. Абсолютно миллионов. Так и есть. Это винтажные цветы. Юль, почему сегодня винтажные цветы у нас в центре внимания? Ну, во-первых, это брендовое покрывало, а на распродажу я всегда стараюсь подбирать вещи, которые отличаются чем-то, вещи необычные, для того, чтобы вы по суперсниженным ценам смогли приобрести вещи необычного характера, ведь это дизайнерское покрывало от бренда Мариана. Вау, вот про бренд поточнее. Расскажи, пожалуйста, что за бренд, чем он отличается от остальных? Вообще в России знают Мариану как законодательницу моды именно в создании необычных принтов для покрывал. Вот здесь у нас купонная композиция, это покрывало кроили вручную. Вручную? Из 50% ручного труда, это значит, ваш интерьер будет особенным, оригинальным, необычным и нетривиальным. Вот я такие вещи очень люблю включать в распродажи. А я обожаю, когда цены у нас сегодня практически с 50% скидкой. 999 рублей цена евроразмера. Уважаемый продюсер, а подскажите мне, какая цена евро плюс размера? А Юля мне подскажет, какой размер евро плюс? Что это за размер? Да, у нас в двух размерах представлены винтажные цветы, и это очень здорово. Евроразмер стандартный, я рекомендую его на полутораспальной кровати, на диванчике, потому что это, конечно, не только спальня, это, безусловно, и гостиная комната. А это? А вот евро плюс, его надо показывать во всей красе. Это 230 на 250 увеличенный евроразмер. Mm-hmm. Он очень нужен. Объясню, почему. Сегодня кровати очень нестандартные. Евроразмеры разные, единого стандарта нет. А с винтажными цветами евро-макси-размера вы точно с бортиками полукроете кровать. Мне вот, например, это очень нравится. Я не люблю, чтобы только сверху лежала. Я люблю, когда в пол смотрится по-королевски. Юль, скажи, пожалуйста, а вот кому ты посоветуешь такие тона? В какой интерьер? Вообще, ты знаешь, интерьер, если заскучал, всегда выбирайте перламутровые оттенки. Они освежают, они обогащают, они делают интерьер и спокойным, и в то же время таким, ну, царственным. Потому что, когда есть блеск, ну, всегда, да, мы говорим о чем-то таком вот возвышенном. Ну, и универсальные оттенки. Хочу тоже отметить, Люд, потому что, ну, все-таки действительно, когда мы, ну, предлагаем спецпредложение дня, мы все-таки предполагаем, что оно должно подойти многим. Правильно? Сегодня все выберут по сниженной цене винтажные цветы. Именно поэтому вот такие универсальные оттенки, которые легко будет встроить к любому типу корпусной мебели. В основном это деревянная мебель светлых коричневых тонов. Ну, 70% страны. Скажи мне, пожалуйста, Юль, а вот правда, что светлые оттенки еще и расширят нам интерьер? Да, это, кстати, очень функциональный цвет. В этом году перламутровые, жемчужные тона на пике популярности. Но они не только красивые, а еще очень функциональные. Отражаться будет цвет люстры от этого цвета, будут приятные мягкие лунные блики, и комната будет действительно гораздо просторнее. Поэтому я рекомендую в комнаты футляры и комнаты, лишенные солнечного света, которые на теневую сторону выходят. Слушай, а у меня мама, кстати, попросила задать тебе вопрос. Ей очень нравятся вот такие вот покрывала с блеском, но она всегда говорит: Люд, а будут ли они практичные? Ведь это же шелк. Вот, ну как на шелке лежать-то? И лежать будем, и садиться, и стирать, и животные наши прыгают, и детишки скачут порой с ножками. Именно поэтому выбираем декоративный шелк. Шелк шелку рознь. Так. Декоративный шелк практичен. Конечно, покрывало мы используем активно. Будем много стирать. Декоративный шелк не деформируется. Он все время сохраняет свою форму. Он вообще не мнется и легко сохнет. И практически не подвержен никаким механическим повреждениям. Выбирайте практичные материалы, если вы планируете винтажные цветы использовать долгое время. А еще это покрывало подойдет в любой интерьер. А это значит, что будет отличным подарком. Мы все ходим в гости. Но и русские не ходят в гости с пустыми руками. Что можно купить за 1000 рублей? Коробку конфет, букет цветов? Лучше покрывало. Покрывало в любой дом, в любой интерьер. Именно такое покрывало сегодня в центре внимания. Винтажные цветы. 999 рублей. И вот такая россыпь цветов, мне кажется, понравится любой хозяйке и любому интерьеру. Юль, скажи мне, пожалуйста, а вообще вот такое покрывало из шелка можно стирать-то?
Конечно, можно стирать. Мы не используем никакую химчистку. Мы дома ухаживаем за нашими винтажными цветами. Оно полностью простегано. Мелкосегментный, без ниточной стежечки. Давайте с вами это посмотрим. Давай. Конечно, это и фактура, да, это объемы красиво, но это еще и очень хороший крепежный элемент. Это современная стежка, которая не дает наполнителю гулять, сбиваться в комочки. И покрывало надежно скрепляет. Вот она, змеевидная стежка без нитки. Смотри, как это выгодно. С точки зрения того, что ну, будет практичным, да, и надолго именно сохранится, износостойко. Нет дырочек от иголок. Наполнитель не выбивается на лицо, на лицевую сторону, не накатывается. Именно поэтому винтажные цветы всегда в первозданном виде. Вот шелк как есть, он так и остается и в своей фактуре, и в своем первозданном блеске. Кстати, о первозданном виде. Вы заметили, что у нас покрывало на кровати как влитое лежит? Как Юль. Зеркальце. Вот как зеркальце, да. Никуда не соскальзывает, несмотря на то, ну, что у нас шелк. Да, производители продумали этот момент и вторую сторону сделали, ну, я ее называю умной. Она с антискользящим эффектом из мягкой плюшевой бархатной микрофибры. Кстати, за счет этого покрывала не скользит, да, мы не будем его несколько раз поправлять. Всегда безупречно выглядит ваша кровать с винтажными цветами. И еще этой стороной приятно укрываться. Она с теплым прикосновением, немножко такая под хлопок. Здесь микрофибра, очень приятно прикасаться. То есть вы домой вместе с винтажными цветами получаете еще и дополнительный спальный аксессуар. То есть легкое летнее одеяло. То есть делим цену на два. Еще можно добавить. Да, конечно, значит у нас получается одно покрывало у нас стоит 500 рублей, а вторая сторона еще 500 рублей, даже меньше, 499.50, потому что цена сегодня 999. Это покрывало двухстороннее, да еще и универсальное, вы можете его использовать как легкое одеяло. Юль, ну давай еще раз обсудим дизайн. Вот смотри, давай мы с тобой представим, что я такое покрывало приобрела в квартиру, где вообще все темное. Вот все темное. Мебель темная, стены темные. У меня у племянницы так. Вот обязательно посоветую ей выбирать побольше светлых оттенков, особенно в центр комнаты, да, потому что в центре комнаты у нас в гостиной диванчик, в спальне это большая кровать, и такое светлое пятно, конечно, визуально будет расширять пространство, освежит комнату, сделает ее светлее. Вообще, мне очень нравится подход бренда Марианны к исполнению покрывал. Особенное, в России мало кто это делает, мало у кого такая качественная печать. Я попрошу режиссера, давайте мы с вами посмотрим. Вот цветы – это красиво, объемные шикарные цветы – это тренд, и это модно, ваш интерьер идет в ногу со временем. Но я хочу, как эксперт, еще обратить внимание на качество печати. Маленькие, тоненькие кружевные элементы, идеально пропечатаны, на гарантии того, что принт будет сохраняться надолго после огромного количества стирок. Больше 15 лет покрывало прослужит верой и правдой. 15 лет за 999 рублей. Вот такой срок службы у оригинального покрывала, у брендового покрывала, у дизайнерского покрывала винтажные цветы. Сегодня по цене распродажи 999 рублей. Еще и есть редкий размер.